хозяйствах Чувашии обновляют сельхозтехнику. Поступило уже 134 новых трактора, 16 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайнов. Из республиканского бюджета сельхозтоваропроизводителям по инициативе главы Чувашии возмещается до 40% стоимости приобретаемой техники. Кроме того, широко используется механизм федерального лизинга. Начиная с 2020 года начали субсидировать 40% затрат на покупку российской техники и технику, произведенной в странах таможенного союза. Только в 2020 году техники в Чувашской республике было куплено в 1,4 раза больше, чем в 2019. Если назвать несколько цифр, это более 925 единиц техники, более 200 тракторов, более 70 комбайнов. И этот темп хотим сохранить и в этом году. По сравнению к прошлому году, также в полтора раза техники уже закуплено больше. Это уже к 2020 году. В прошлом году по программе модернизации сельхозтехники из республиканского бюджета было выделено 467 миллионов рублей. Все они использованы. В этом году на те же цели направлено более 400 миллионов. 300 из них уже реализованы. Закупка новой техники продолжится, ведь большинство машинных парков устарело. Обновление позволит сократить сроки проведения полевых сельскохозяйственных работ, а также снизить потери при уборке урожая и кормозаготовках.